Ситуация называется: хотела снять по-лухарному, накрасилась, но стало холодно и надела кигуруми. Много двух единорогов в кадре. Хочется третьего, да? Ладно, надо переодеться. Думаю, что так будет лучше. Если вы активный пользователь интернета, да даже если вы просто косвенно соприкасаетесь с пространством интернет-шоппинга, вы знаете, что на носу у нас Черная пятница. Это самая глобальная распродажа по всему миру, во всех интернет-магазинах. Где-то они уже идут порядочно. Ну да. 10 часов вечера, четверг. Ой, сегодня среда. Кое-где эти распродажи идут уже достаточно давно. У меня заплетается сегодня язык. Просто извините, я стараюсь. И на моих любимых сайтах с одеждой, Ромви и Шиин, также будет Черная пятница. Дополнительные условия и какие-то секретики и купончики вы можете найти в описании. Я же сейчас вам покажу, что у меня оттуда появилось новенького. Сразу скажу, некоторые вещи я вдохновилась группой BTS. Тупо по одной фотке я заказала себе пуховик. Как это работает, я не знаю. Это не лечится. Пожалуй, первая вещь — это именно тот самый пуховик. Мне его не показать вам в кадре, потому что он очень-очень большой. Но на фотографии вы видите, как он выглядит. Он потрясающий. Я столько комплиментов получила благодаря этому пуховику. Он идеален. Он прямого покроя, черный, очень теплый. Вроде как оверсайз, но вроде как он не делает из тебя огромную скалу. Очень деликатный, красивый, женственный. Стандартный пуховик, который похож на пуховик BTS, боже мой. Прикол в том, что я мыла голову несколько часов назад. Она выглядит грязной, на самом деле она чистая. Снимаем. Сейчас я вам покажу просто леопардовую любовь. Я не знаю, как это работает, но эти кроссовки у меня ассоциируются с какой-то фотографией или каким-то клипом BTS. Я не смогла найти отсылку в интернете. Когда я их увидела, я сразу вспомнила про BTS. Как это работает, я не знаю. Бежевого цвета с леопардовым принтом. Кстати, по поводу размеров. Я взяла 38 размер, и мне они подошли идеально. Хотя обычно ношу 37-37,5, так что можете ориентироваться на мой размер. Кроссовки модные, молодежные, светлые, правда, но я жду уже, когда можно будет никуда-нибудь пойти, потому что они очень классные. Правда, не знаю, как долго они отходят, но выглядят они помпезно. Они чистые, если что. Конечно, подобные вещи стоит выветривать, потому что они пахнут Китаем. В моей квартире сейчас пахнет как на рынке. Обожаю. Я стала просто с ума сходить по леопарду. Виновата Машина Васад, серьезно. Я заказала себе леопардовый костюм. Это кофточка и штанишки с леопардовыми лампасами. Я в этом костюме ездила на съезд актива студенческого. Все над мной смеялись, но я думаю, что они завидовали. Или нет? Качество я уже даже не комментирую из раза в раз, потому что это проверенные сайты, это проверенный производитель, у них очень красивые вещи, они классно сидят, они хорошего качества, и они недорогие, плюс там постоянно действуют какие-то купоны, и всегда каждый месяц есть купон, который сделан совместно со мной, который дает вам скидку, подробнее вы можете узнать в описании, там все information. Information в описании можно найти. Еще одна вещь, благодаря которой я получила много комплиментов от девушек, которые одеваются стильно. И я подумала, что значит, я тоже выгляжу стильно. Раньше я очень любила носить кардиган. Все говорили, что я похожа на бабушку, особенно моя мама и моя сестра говорили так. А потом я перестала носить кардиган, потому что мне показалось, что я правда выгляжу как бабушка. А потом я снова захотела кардиган. Нашла вот такой красивый крупной вязки бежевый кардиган на трех больших пуговицах. Кардиган очень крутой, он теплый, у него объемная вязка, красиво оформлены рукавчики. Короче, это моя любовь, которую я постоянно зацепляю своим браслетом. Я идиотка, я зацепила второй раз. Если вы давно искали крутой кардиган, то пожалуйста. Когда я получила посылку и открыла ее, я подумала, зачем я заказала две одинаковые вещи. Чем я думала. А потом до меня дошло, что все в порядке, и с головой тоже, и с посылкой, потому что это просто два разных свитера. Просто кардиган очень похож на вот этот свитер. Этот свитер называется «Идеален для фотографий в Pinterest», а-ля «Christmas», очень «Cozy Evening» и так далее. Это
свитер бежевого цвета, очень крупной вязки, с красивыми рукавчиками. Друзья, что-то еще вам нужно сказать? Я его еще не носила, потому что не было таких холодов, а это довольно теплая вещь. И я думаю, что зимой я буду так красивой на фотографиях получаться, что просто... Бывает такое настроение, знаете, типа, вроде как бы и бич, а вроде как бы и вот такая. Геворг с примесью Кати Адушкиной. Это вот мое состояние в такое время, в четверг, сегодня среда, Маша. Сейчас будет немножко эротики в кадре, так что просьба впечатлительных людей и людей с острой моралью отодвинуться от экранов, а лучше закрыть видео и не заходить сюда больше. Я заказала лифчики. Я почувствовала, что у меня острая потребность в базовых лифчиках. Это простой белый, простой черный и бежевый. И нашла замечательный лот на сайте, который включал в себя три бюстгальтера абсолютно простых, с чашечками однотонными, этих трех цветов. Стоили они недорого, и по размеру там табличка есть. Все подберете. Я не умею так делать. И еще одна вещь, которую я просто, влюбилась. Возможно, вы знаете мою огромную любовь к бренду Victoria's Secret. Я обожаю их концепцию, мне очень нравится их визуал. Обожаю, но как бы дорого, девочки мои. Когда я увидела эту расцветку на сайте, я заказала, и даже мне было пофиг уже, что это. А это, друзья мои, ночная рубашечка с обалденным принтом, белыми кружевачками и голенькой кружевной спинкой. Это просто настолько барбишная вещь, она идеальна, серьезно. Здесь вот две лямочки, которые, собственно, корректируются вот этой вот шпиндулехонькой пластиковой. Я как бы... Ну, вы поняли, да, профессионал? От плохого слова, не профессия. Я очень долго хотела себе что-то именно в такой расцветке, и, пожалуйста, я очень долгое время хотела себе кожаную юбку, и почему-то ее не покупала. Теперь она у меня есть. Это юбка из кожзама с молнией, но молния это не сзади пошла, а впереди. Я вам расстегнула ее, чтобы показать, что у этой юбки есть очень приятный бонус. Юбка короткая, и поэтому сначала вы впрыгиваете в шортики, которые внизу, а потом застегиваете юбку. Получается, что вы закрыты со всех сторон. Обожаю такие вещи, потому что часто, если юбка короткая или платье короткое, я поддеваю снизу черные шорты пижамные. А теперь есть просто юбка, внизу которой шортики. Мне кажется, очень красиво с какими-нибудь свитерами будет носить ее. И в целом классная юбка. Ровно как красивые юбки, у меня в гардеробе не было красивых черных джинс, точнее классических черных джинс. У меня была попытка купить черные джинсы в августе месяце, когда я приезжала в Петербург, но купила я серые. Зачем, не знаю. Ношу, но хочу черные. И хотела черные. Почему купила серые? Это черные джинсы, простые, с высокой посадкой, зауженные. И знаете, что хочу вам отметить? Очень интересный факт. У меня такая конституция тела, что у меня большие бедра и узкая талия. И джинсы с высокой посадкой в магазине, будь то Нью-Йоркер, Остин, какие-то такие бренды, Бершка, что там еще есть у нас. Короче, подобные бренды очень плохо на мне сидят. Мне либо хорошо на талии, но как бы не сесть, не меня не нагнуться, ничего не сделать, либо... Сидит на попе, но на талии вот такой зазор на спине. Джинсы с сайта Romvi и сайта Shein сидят на мне идеально. Идеально. Эти джинсы сидят на мне потрясающе. Мне дико нравится, как они выглядят. И я очень хотела классические черные базовые джинсы. Я не понимаю, в чем проблема. Я помыла голову пару часов назад. Почему мои волосы выглядят так плохо. Осталось у нас совсем немножко вещей. Когда Лев Алексеевич увидел эти вещи, он сказал: зачем тебе столько свитеров? Я не знаю. В этот свитер я была просто влюблена, когда увидела его на сайте. Это свитер пыльно-розовый. На видео он выглядит больше бежевым, но он такой, знаете, пыльно-розовый, короче. У него есть вот эта штучка, она кладется на шею, и мой браслет задевает просто все в этом видео.
на рукавчиках, на локоточках есть молния, которую можно расстегнуть, и тогда ваши локоточки будут голенькие, как бы, потому что молния это не игрушечная, а настоящая. Не знаю, как я буду носить, возможно, вместе с черными джинсами. Мне кажется, это будет обалденно круто смотреться, потому что свитер вроде как бы все закрыто, да, но из-за того, что здесь открытая грудинка и в целом цвет очень приятный, выглядит здорово, мне такие цвета идут. Не знаю, видите вы или нет, но мне кажется, что мне хорошо с такими цветами. Стадобище. А этот свитер я заказывала специально под кожаную юбку. Это короткий бордовый свитер. Очень простой. Прямые рукавчики. Никакой крупной вязки, просто приятный бордовый короткий свитер к черной юбке. Я хочу закончить видео в чем-то из этого. Я надела кардиганчик. Обалденный. Спасибо вам большое за просмотр. Пыли поднялось, кошмар. Обязательно открывайте описание, потому что там в конце всегда есть интерактивчик. И если вы когда-то в комментариях замечали куки-пуки, то ответ как раз-таки в описании. И также в описании я прикреплю действующие купоны и условия черной пятницы на сайтах Romvi и Shein. Как вы уже поняли, я фанатка этих сайтов. Мы с ними очень хорошо дружим, и весь мой гардероб практически оттуда. Я работала с многими сайтами одежды, то есть речь идет о бартере. Мне не платят за эти видео, чтобы вы понимали. То есть я могу сказать любое свое мнение, потому что главное условие таких обзоров то, что мнение оно будет реальным, оно не проплачивается. Да, я получаю эти вещи бесплатно, но если вещи плохие, я имею право сказать, что, блин, ребят, нет, не надо, и смысл мне заказывать из раза в раз плохие вещи. Многие сайты, с которыми я работала, они отпали сами собой, потому что это было некачественно, и мне не хотелось вообще нигде показывать, я им так и объясняла. Сайты Romvi, сайты Shein, это для меня это круче, чем H&M, Zara и так далее, потому что там очень недорого, там огромный выбор, и это качественные вещи. Денежки надо ценить. И нужно пользоваться всеми возможностями их экономить. Так что в описании будут купоны. На этом все. Спасибо вам большое за просмотр. Увидимся с вами очень-очень скоро, потому что я зарядилась энергией. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас там жду, потому что там красиво. Надеюсь. Все, я побежала, потому что как в 11 вечера пора бы уже спать ложиться. Завтра к 8 в универ. Настроение фая. Тут скажут, что я сегодня скопировала макияж Фаи, я даже отрицать не буду, потому что правда скопировала эти стрелки.